Дороги закроют для движения транспорта. В праздничные выходные в центре города можно будет только гулять пешком. Ограничения связаны с мероприятиями в воскресенье 11 июня. В этот день с раннего утра до 9 вечера в Александровском саду будет проходить фестиваль дружбы народов «Вместе Вятка». Запланировано торжественное шествие, из-за чего еще накануне в субботу вечером перекроют Пионерский переулок. А в воскресенье с 10 часов утра нельзя будет проехать по улицам, прилегающим к стадиону «Динамо» и в районе Александровского сада. Движение будет перекрыто и в понедельник, но уже на Октябрьском проспекте в районе цирка. В праздничные выходные будут изменены маршруты общественного транспорта. Подробную информацию можно найти в официальной группе информационного канала «Город» ВКонтакте.